Итак, привет, дорогие зрители. Сегодня у нас очередные посылки из Китая, сайта AliExpress. Вот такая коробочка и вот такой вот большой у нас пакет. Они взаимосвязаны, так что буду я показывать вместе их. А для начала я раскрою вот эту вот маленькую посылочку. Видите, она немножко примялась. Ну ничего, сейчас проверим, что как там товар доехал. Находится у нас здесь... Так, что у нас здесь? Кронштейн для телефона. Так, ну вот такого плана кронштейник, да? Видим, пусто дальше все. Я надеюсь, он подойдет. Вот, такого плана кронштейн. Так, отодвигается. Скорее всего, что пойдет. И цепляется на штатив. Вот. Так что вот так вот. Следующая посылочка. Вот тут вот находится штатив для того, чтобы крепить этот кронштейн. Так. Дошли довольно-таки быстро. Да. Так. Так, открываем. Быстро, буквально 3 недели, даже может... Да нет, 3 недели, даже 20 дней не было. Когда они были в пути. Хорошо, китайчик заклеил у нас. Здесь вот. О. О, кстати, чехольчик. Я думал, что будет не в чехле. И это плюс. Вот. Заказалось я такой вот штатив. Довольно хороший штатив, я так понимаю, потому что по отзывам читал. Сейчас проверим. Он раскладывается на высоту 1,40 м. Так, вот. Много бумаги. Ой, в этой бумаге пленки пупырчатой. Вот такой вот мешочек у нас. Так он еще дальше в мешочке. Спасибо вам, ребята. Хорошая будет пленочка. Так, вот. И у нас еще третий слой упаковочки, уже заводской, можно так сказать. Положил он мне подарок, я так понимаю. Как вы видите, тряпочки. Сейчас, секундочку, мы их откроем. Так. Опа. Вот так вот. Извините за такое неудобство. Очень неудобно тут доставать его. Ну ничего, следующие мои видео будут именно с этого штатива и с этого кронштейна. Так. Вот. Ага. Честно говоря, не знаю, какая это. Ну, сейчас посмотрим, что это. Вот. Такого плана. Фото будет в конце видео, да? Все выдвигается. Так, вроде бы все хорошо стоит. Полностью разложим, потому что он не поместится у меня в объектив моего телефона. К сожалению, да. Вроде бы все рабочее. Все. Мелкие дефекты такие. Помарочки есть, но ничего страшного, да. Так. Вот у нас все рабочая поверхность. Головка, как она правильно называется, вроде бы, да. Все рабочее. Ну, сейчас прикрепим к нему непосредственно вот этот вот штативчик, кронштейник. Так. Вот и все. Как видите, думаю, мой Samsung Galaxy сюда влезет. Так что так, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои видео. Спасибо, с вами был Вадим.